Строительство самой большой мечети в России продолжается. Этапы строительства духовно-просветительского центра имени пророка Исы, мир ему, обсудили на заседании попечительского совета. Председатель совета Магди Мутаилов выступил с приветственным словом, рассказал о целях и задачах совета. В ходе заседания вниманию собравшихся была представлена презентация, которая ознакомила совет с результатами работы в духовном центре и планами на ближайшее время. Завершилась встреча чтением дуа для плодотворной работы.